покажу странный процесс. Вот синий это сигнал на затворе, частота 2,4 мегагерца. Он минус, и он плюс, но можно минус поближе к затвору приблизить, чтобы было более понятно, что там минус. Вот тут. Ну, чтобы сам убедился, что точно на минусе. Вот на затворе. Да. Говорит 3 мегагерца. Подключаю питание трансформатора теста на затворе. Какой был, такой и остался. 2,4, но немножко поднялась. А вот осциллограф вот какую частоту ловит. Второй канал. 1,2 мегагерца — это основная частота. Когда напряжение на верхушке и ток внизу, пучность тока внизу, пучность напряжения на верхушке. С светодиодиком красненьким светит. Кто не светится, то уже там светит. В какой-то автогенератор входит, что даже до частота ему подается на затвор нормально, но он какие-то емкости генерирует, работает на частоте трансформатора теста. Я думал, что это наводки на генераторе или на драйвере, а тут оказывается не на драйвере и не на генераторе, а на сам транзистор. На сам транзистор как-то наводится наводку. Тут уже не знаешь, как его тут бороться с этой наводкой. Может, диод поставить? Но вряд ли нам поможет. Столько на исток шотки. А тут еще между затворами и истоком стоит диод 4,4,4,8. У нас затвор поступает 8 вольт. Стабилизатор напряжения на 8 вольт, может, в этом есть вся загвоздка, что нужно повыше напряжение давать на затвор, чтобы самовозбуждение не происходило. Вот я брал диод, отцепил, подумал, может, это из-за диода, но нет. А вот осциллограмма на стоке. Сток и сток подключен. Высоковольтный. А вот тут видно, что как бы тут тоже что-то пробует открываться вот на этом периоде. Вот тут, но тут как-то выброс идет, вот он потом как-то залипает тут. Он, видимо, что-то там пробивает, и он не может тут нормально открыться, и поэтому тут вот как бы ничего и нет. Тут вот слабое открытие, вот в этом месте вот, вот сильное открытие идет. Вот, транзистор. Вот тут как бы открывается транзистор. Может...
А тут потом тоже слабенько один раз и второй раз. Поэтому тут это как бы не считается. Вот он тут открывается, вот тут вот выскока и тут вот выскока. Тут он один раз сильно открывается и он перебивает эту частоту высокочастотную своими выбросами, видимо как. Вот на полволне. И тут вот верхушки, и в основном тут на середине. Так как катушка длинная, так она еще вот тут смещается. Ну, это как бы полволна. Если бы она была бы плоская, тогда почти бы было бы посередине. Поставил цепочку между истоком и стоком. Тут кажется где-то 200 Ом или сколько-то резистора и один нанофарад конденсатор. Резистор греется. И он вроде бы помогает этой цепочке, чтобы частота была не сбивалась бы автогенерация. Не так было, оно обратную АДС убирает. Немножко выше чистота на цифрополе будет никакое. Ничего нет. Слишком высокая частота. Вот частота не сбивается. Я ложу по всей катушке вот так неоночную лампочку. К ней не прикасаюсь, и она вот нигде не сбивается, ничего. Вот 3.047 частота. Уже не то. Вот он горит. Если только пальцем держу за него новую лампочку. Тут и потребление меньше. Вот на 3 МГц. Ну теперь вот, а я тут повысил на 3.094, ну, как бы такое залипание есть. Это полволны, поэтому залипание. Как бы, словно полволны, вторая гармоника, короче. Понижаю она. Вот тут. Давай. 900.
тоже примерно то самое. Тут некрасиво, но тут нужно не обращать внимания. А теперь нет этого залипания, чтобы вылазила эта основная частота на 1,2 МГц. Теперь два еще с набером. Четверцы цепочки. А теперь 2,6 МГц. Ничего вот не фиксирует. Тут не в резонансе, а тут что-то еле-еле горит. Вот 2,4 МГц. Уже ничего не проявляется. Тут он, естественно, очень близко подлечит. Смотрит. Тут ничего нет. Никакого резонанса. Видите, так. Вот тут что-то выскочило на 2,2 МГц. А тут уже третья гармоника, так скажем. Вот трепучность. Вот первая гармоника имеет одну пучность напряжения, вторая имеет две пучности напряжения, третья имеет три пучности напряжения. Это пократные вылезла она. Вот 4,5 МГц показывает. Потом в два раза, а тут 2,250. В два раза ниже частота, чем это. Поэтому она вылезла. Тоже я. Ничего особо нет. До конца дошел. Хочу не вот этот переключать, чтобы ниже частоты пойти. Теперь 1,5 МГц, самая низкая. Вот тут уже 1/4 резонанс. То есть на основной гармонике уже стремится проявиться. И тут вот какие-то вот все вылазят посередине. И вместе с ним, наверное, и второй или третья гармоника тоже. Или стремится как бы обертон, или как это называется. Вместе с полной, с целой, то есть четверть. Потому что слишком нужно понизить частоту.
я повыше пройти, посмотрю. Вот так я провожу, нет, значит нет ничего сильного, никакого поля. Было бы, она бы горела. Потребление немало. Вот опять на 2 мегагерца. Тоже проходили. Тоже ничего нет. Не горело. И теперь еще нужно понизить частоту. Вот этот отключу. Включу вот эту перемычку. Теперь 1,5. Тут билиберда какая-то. Хотя на затворе нормальный сигнал. Тоже горит. Так, теперь повышаю. А нет, понижается. 1,5 уже было. Вот 1,3, это сильный резонанс. Уже близко к резонансу. Последнее. Основной вайбертон. Ножки уже нужны раздвинуть, а то она зашкаливает. 1,3 мегагерца. Теперь понизится. Вот уже начал опять зашкаливать. Тонко стремится лес на 3 ампера. Вот уже на расстоянии горит. Прямо рукой не держу. За неонку. Еще снизу. 1,2. Мегагерц 2,9. Еще понижаю. Это еще выросла амплитуда. В тонко появилось 2,63. 1,2,60. Ну тут уже должна лампочка немного гореть. Вот. Сейчас далека. И вот повышаю. Вот там уже она амплитуда особо уже не подрастет. Вот он где-то максимально. Вот 30-23 фитонка лезет, так она бы подросла, но фитонка мешает и подрасти, и идет потеря. Вот уже не он говорит. Понижаю, и вот уже начинает амплитуда снижаться, уже начинает входить в параллельный резонанс. Нет. 1 ампер потребления, где должно. Может уже это зашло за параллельный, потому что ниже параллельного резонанса уже начинает расти потребление поля. Параллельный там, где потребление самое малое. Тут надо поднять немножко. Регулировать и самое малое потребление. Вот было 0,16 первое, там было самое малое потребление, она тонко вылезла, она все испортила. Там был параллельный резонанс. Вот снижаю частоту, уже зашел за параллельный. Что тут
стремятся другие резонансы проявить на других обертонов, скажем. Тоже такая как бы примерная ночная. И все, самая низкая частота теперь дошел 1 МГц. И там дальше уже в лес нет смысла, там будут только гармоники и типа по кратностям там на 3 МГц, на 1,2 МГц, там и другие всякие. Будут пробовать как-то зацепиться. И прямоугольники тоже как-то резонировать. По кратности.